Собачьи оленеупряжки – такие виды транспорта использовали для подвоза грузов на Карельском фронте. В годы Великой Отечественной оленеводы и рыбаки ненецких тундр отправились на самый протяженный за год войны фронт. Никто и не предполагал, какую значительную поддержку окажут жители Крайнего Севера и их верные спутники. 20 ноября жители региона вспоминают и чествуют тружеников оленно-транспортных батальонов. Валентина Чибичек расскажет о подвиге героев. Сообщение о мобилизации жителей тундры пришло спустя 6 месяцев с начала войны. Постановлением от 20 ноября 1941 года Государственный комитет обороны обязал оленеводов, рыбаков и охотников встать на защиту Родины. К январю 1942 к Карельскому фронту были подготовлены 3 эшелона. Это 600 каюров и почти 7 тысяч оленей. Им предстояло пройти путь от Нижней Пёши до Архангельска. Темп движения был задан поистине кавалерийский – 50 километров в сутки. Шел ноябрь, месяц большой темноты. Стояли страшные морозы. Выбиваясь из сил, люди и олени шли к фронту. В условиях полного бездорожья эшелонам удавалось пройти по 10-15 километров в день. Основной задачей эшелонов была санитарная эвакуация раненых и доставка грузов в отдаленные гарнизоны, пограничные заставы, на аэродромы. Грузоподъемность нарта составляла от 100 до 300 килограмм в зависимости от времени года. За время войны оленные батальоны вывезли более 10 тысяч раненых солдат, перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов и 8 тысяч бойцов. На оленьих упряжках эвакуировали 162 подбитых самолета. Все бойцы отличались храбростью и выносливостью. Сейчас немногие способны преодолеть тот путь, которым шли эшелоны. Каждый день был расписан строго по графику. В 6 вечера ставили чумы. Поначалу мужикам не хватало опыта, ведь в тундре эта обязанность возлагалась на женщин. Все четко знали свои обязанности. Сегодня подвиг жителей ненецких тундр не забыт. На Аллее Славы занял почетное место памятник, посвященный воинам Заполярья, а 20 ноября стало памятной датой Ненецкого округа. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».